Добрый вечер, братья, сестры, дорогие. Пусть Господь нас благословит в этот вечер. Удивительное время. Вот сегодня я хотел бы такую тему затронуть. Можно ли потрогать Бога? Потрогать. Конечно, когда мы об этом говорим, то обычно перед нами стоит, ну, используем эту фразу обычно в таком ракурсе, когда мы думаем, а есть ли Бог вообще? А как его, вот его увидеть? А как его потрогать? Люди говорят, ну да, покажи мне Бога. Вот где он, покажи мне Бога. Вот можно ли его потрогать? Вы знаете, в Библии есть очень много мест, которые наталкивают или говорят нам о том, что люди действительно прикасались ко Христу. То есть они касались Его. Вот давайте мы пробежимся, я хочу прочитать их так, чтобы мы действительно поняли, что люди прикасались к Богу, и прикосновение людей к Богу приводило к определенным переменам в их жизни. И я верю, то, что не случайно вот это все нам написано в Евангелии, ну, не просто так. Ну, давайте мы пробежимся. Вот первый текст, немножко фонит, заводится микрофон, Егор, посмотри. Первый текст мы откроем Матфея, нужно, чтобы, Никита, ты быстро там ориентировался. Матфея, 9 глава, 20 и 21 стих, 9:20 Матфея. И вот женщина, 12 лет страдающая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе, если только прикоснусь к одежде его, выздоровею. То есть, смотрите, женщина, у нее было заболевание, как мы говорили, гемофилия, да, то есть, она чуть порежется, кровь. И эта женщина, она сзади прикоснулась, то есть подошла ко Христу сзади и прикоснулась. И в результате мы видим, что она получила исцеление, то есть она выздоровела. Там даже не только исцеление, то есть вот эти вот 12 лет мучения, вот эти мытарства, вот эти страдания для нее закончились, и началась новая жизнь, потому что, ну, находиться в таком положении, в котором находилась эта женщина, очень печально, очень сложно. Вот мы видим, она прикоснулась. Дальше, посмотрите, мы прочитаем 14 глава, 35 стих. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Опять мы видим, со всех окраин узнали, что Христос. Начали звать больных, приносить больных, приглашать больных, и просили Христа, позволь нам прикоснуться. Он им позволял, и те, которые прикасались, получали исцеление. Опять прикосновение. Читаем Марка 3, глава 10 стих. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы стали к нему, чтобы его. Опять, да, люди его касались, трогали. Еще один текст. Марка 6 глава, 56 стих. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили, чтобы им хотя одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Опять мы видим, и в городах, и в селениях, и в деревнях, везде прикасались и получали исцеление. Слава Господу! Лука, 9 глава, 19 стих. Я специально читаю вам. Потому что мы будем говорить о том, можно ли потрогать Бога, можно ли к Нему прикоснуться.
Я вам сегодня скажу, можно, Бога можно потрогать, можно прикоснуться. Так, поехали дальше. Лука, какая глава? Шестая глава, 19 стих. «И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех». То есть смотрите, до чего дело дошло. Люди в округе поняли, что прикоснешься и будешь исцелен. То есть они вот это реально поняли. И они искали Его для чего? Чтобы прикоснуться. Искали Его, чтобы прикоснуться. Вот, а теперь еще одну очень такую важную вещь я хочу вам показать. Что Иисус, Он сам предлагал Своим ученикам, чтобы они к Нему прикасались, чтобы они Его потрогали. И это написано Лука, 24 глава, 39 стиха. Смотрите, сам Христос, смотрите, что говорит. «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам». И дальше какое слово? «Осижите», то есть потрогайте, чувствуйте, потрогайте меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня, и сказав это, показал им руки и ноги. То есть это уже было после Его воскресения. Он сам предложил ученикам прикоснуться к его рукам и ногам. Это уже после воскресения мертвых. Послушайте, Бог хочет, чтобы мы к Нему прикасались. Ну как? Как? Ну вот я вижу, да, человека, я к нему могу подойти, прикоснуться, да, так, Алексей, посмотреть, так, прикоснуться, почувствовать, так, да, можно, человек, тело, ты можешь, он это чувствует, я чувствую, можно прикоснуться, а Бог? Библия говорит, что Бог есть Дух, поэтому, если Он Дух, то это невидимо для нашего тела. Если Он Дух, то как ты за Него? Ты не прикоснешься, Он Дух. Правильно? То есть так ты к Нему не прикоснешься. Бог не душа. Чтобы вот душой так, знаете, ну, как же вот душой бы к Нему? Вот, может быть, я заплачу, и я прикоснусь. Или как душой, чувствами, как чувствами? И чувствами ты к Нему не прикоснешься. Это всего лишь может помочь тебе пережить Бога. Но прикоснуться к Богу ни телом, ни чувствами невозможно. То есть душой невозможно. Библия говорит, Бог есть Дух. Поэтому к Духу можно прикоснуться только Духом. Только Духом. Нужно немножко, что чисто стоит Его тело, что вы видите, внешняя оболочка, которая из праха земного. Дальше есть душа, воля, эмоции, чувства, разум, дух. И вот этот дух вместе с душой и с телом называется человек. А когда душа и дух, душа живая, и дух это такая вещь в человеке, посредством чего человек может соприкасаться или прикасаться к Богу, иметь общение с Богом. Через другое невозможно, только через это. Еще одна вещь. Когда человек грешный, его дух мертвый, то есть он не, это не значит, что человек вечно не живет, нет. Но его дух мертвый во грехе, человек не имеет способности чувствовать и прикасаться к Богу, потому что его дух от греха мертвый. Поэтому он говорит, а где Бог? Покажи мне Бога.
Но человек, который пережил рождение свыше, ему не надо вот эти вещи объяснять. Он знает, что Бог есть. То есть рожденный дух человеческий через покаяние, он знает, что Бог есть. И когда человек обращается к Богу, кается, принимает Христа, его дух возрождается, и он знает, что Бог есть. Ему не надо доказывать. Понимаете, да? Но мы уже, будучи рожденные свыше, мы нуждаемся в Боге, мы нуждаемся, чтобы с Ним прикоснуться. Я не знаю, вот, но вот моя жена, мне очень сложно так с ней жить, чтобы ее не прикасаться. Хотя бы в день мне нужно хотя бы один раз, минимум. То есть это такая потребность у человека. Если мы кого-то сильно любим, нам нужно. Когда дети маленькие, нам обязательно хочется потрогать, да, как-то руку пожать, приветствую, брат, обнять кого-то, там, сестры между друг с другом, там, поцелуются, ну, братьев редко такое бывает. То есть вот мы как бы созданы тому, чтобы прикасаться. И Бог то же самое, Он хочет, чтобы мы к Нему прикасались. Но телом невозможно, чувствами вот хоть выдави, невозможно. Разумом мы понять не можем, волей тоже не можем. Вот мы, но только духом, возрожденным духом мы можем прикоснуться. Вы понимаете? Ну, не совсем я вижу, да, как бы некоторые. Как это? Ну, как это в духе, как это? Но мы должны вот это понять. Первое, что люди искали, чтобы прикоснуться к Нему. Они искали, они понимали, что их жизнь изменится. И это правда. Если вы проанализируете свою жизнь, в вашей жизни были такие моменты, когда вы прикасались к Богу, или когда Бог к вам прикасался, и после этого ваша жизнь менялась. То есть происходили какие-то интересные вещи. Вы такие: вау, как здорово. Вы даже чувствовали, прикосновение было настолько сильным, что даже ваша душа стала, одна душа трепетала ваша. Вот, а мы ищем, как очень часто, мы пытаемся Бога найти через тело и душу. Мы ищем каких-то эмоций. Ну, давай песенку какую-нибудь, сейчас мы разойдемся. Ух, песня, давай через песню. Сейчас мы тело раскачаем, через тело мы раскачаем душу. Душу раскачали, вроде бы мурашки по коже, сейчас мы в Божье присутствие. Вот, холодок пошел. Ну, какой холодок? Это кондиционер дует на тебя. И мы так пытаемся, а все оказывается совсем по-другому. Ты не можешь через тело, через душу прикоснуться к Богу. Ты прикасаешься к Богу, и происходит обратная реакция. Бог касается твой дух, и потом затрагивает твою душу и тело, и у тебя реакция. Посмотрите, хромой сидел у храма, и там Господь через апостола Петра, но это уже отдельная история, потому что Бог может касаться и через людей, используя людей. Но это отдельно, не сегодня. Бог коснулся хромого, который сидел у храма. И прикосновение Святого Духа было в том, что хромой встал. И что там написано? Он вошел в храм и начал скакать там от радости. И никто его остановить не мог. То есть, видите, он не начал скакать, и потом произошло, хромой скачет, и потом произошло что? Сначала прикосновение. И мы должны вот этого в жизни нашей искать прикоснуться к Богу. Итак, Бог хочет, чтобы мы к Нему прикасались. Я хочу, чтобы мы прочитали этот текст. Никита, покажи, Деяния, 17 глава. 26-27 стих. Посмотрите. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, и не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на слово «не ощутят ли Его». То есть Бог хочет, чтобы мы Его искали, и в этом богоискании ощутили Его. Слово «ощутили». Почувствовали, да, или как?
как правильно бы вот это слово ощутили. Но дотронулись. Ну, ощутить, вот, вот как бы далеко, но когда я тебя потрогаю, совсем по-другому, да? Ощутить. Ощупать, да, как бы так, пощупать. Такое слово пощупать чуть-чуть. То есть находиться всегда в таком поиске, такое состояние. Вот. Но я, и это важно тоже понять, что Бог хочет это. Он хочет, чтобы мы его искали. Ну и еще одна очень важная вещь. Мы можем прикоснуться к Богу. Нашим духом можем. Это для нас доступно. Через кровь Иисуса Христа, через возрожденный дух наш, мы можем не просто быть уверенными и знать, что Бог есть. Да, Он есть, мне доказывать ничего не надо, я это понимаю. Но и прикасаться к Нему, искать Его и прикасаться. И вот здесь, когда мы это понимаем, начинаем Его искать, мы будем, я еще скажу, как это искать и прикасаться к Нему, но поэтапно мы идем. Но когда мы Его ищем, когда мы начинаем прикоснуться, мы вот должны понять одну вещь, что мы можем потрогать Бога, а Он нас, только в том случае, когда Он нам это позволит. Понимаете, о чем я говорю? Потому что некоторым людям Бог не позволяет. Когда он живет в грехе, то есть он как бы верующий, но он так вот, такую игру с Богом грешит где-то так вот, под тайно, так, никто не видит, никто не знает. А потом он вдруг хочет искать Бога. Искать Бога не может прикоснуться, потому что Бог не просто Дух. Библия говорит, что Бог Святой Дух. А слово «Святой Дух» означает, что это святой, отделенный от греха. И если я пытаюсь грязным прикоснуться, вот представьте, у меня рука грязная, да, вот сейчас будет Алексей, я бы заморал. Если я рука грязная, и я этой рукой говорю: Алексей, привет, можно к тебе прикоснуться? Он бы прикоснулся? Он позволил бы? Ну, кто из вас позволит? Ну, нормальный человек скажет: пойди руки помой, правильно? Подожди. Я грязную руку тут вылил, давай, здорово, а он чистенько. Нормальный человек не позволит. Он скажет: пойди помой руку. Я не говорю сейчас о спасении грешников. Не об этом. Я говорю о том, когда мы ищем Бога, Святого нашим духом, но пребываем при всем при этом в грехе. И поэтому многие люди, они не могут Бога переживать. У них все на уровне вот таком: да, я знаю, что Бог есть, да, я знаю, что вот это так, но Бога они не переживают, они не могут прикоснуться к Нему. Их жизнь не меняется, они как по кругу, как белка в колесе, по кругу. Вот как Христос говорил. Он говорил: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Но не все, оказывается, Бога увидеть. Но не все. Условия есть. Сердце должно быть чистое. Вот чтобы прикоснуться, нужно же сначала увидеть, правда? Кому прикоснуться? А к кому прикоснуться, если я не вижу? Я знаю, что Он есть, но я не вижу. Я буду искать в этом зале Алексея, и так и не найду его. Мне нужно сначала увидеть, правильно? Ну, к кому прикоснуться? И чтобы узреть Бога, понять вот духом внутренним, через что я могу прикоснуться, как мне приблизиться к Нему, как дойти, потому что ситуации в жизни бывают разные у нас. Чистое сердце. Значит, я должен начать с своего сердца, привести свою жизнь в порядок. Ну, хлеб преломления, причастие нам своего рода помогает. Но это не должно быть раз в месяц я Бога. Ну, вот я просто представьте, я живу с женой, и я ее раз в месяц только трогаю. Ну, как-то ненормальная жизнь, да, семейная, какая-то ненормальная. Каждый день это должно происходить. Поэтому вот
пусть нас Бог благословит, мы должны понять, что мы можем прикасаться к Богу тогда, когда Он позволяет нам прикоснуться к себе. И некоторым людям Он не позволяет, потому что в их жизни есть неправильное отношение, неправильное сердце, они заигрывают с грехом. Еще такая мысль, сам Бог прикасается к нам. Это тоже очень удивительно. Он сам прикасается. Есть когда люди ищут Его, просят, разреши прикоснуться, касается. А есть когда Он сам, то ты не ожидаешь. Ты даже, может быть, не ждешь, но Он посещает тебя и касается твой дух через слово, или через песни, или через молитву, или через обстоятельства жизни. А очень часто у нас касается, когда вот мы разбомблены полностью. Мы не знаем, что делать, сидим, и Он приходит, и Он нас касается. И вот это замечательно. Но сейчас хочу, ну, показать вам вот прикосновение Иисуса Христа, какое оно. Когда мы читаем в Библии, мы можем видеть, что прикосновение Христа было целительным. Он исцелял людей. То Он прикасался, и приходило исцеление. Помните, пришел в дом Петра, и там увидел тещу. Теща лежала в горячке. Горячка, ну, жар какой-то, подхватила какую-то, ну, заразу или еще, не знаю. И там написано, он коснулся руки ее. Может, она руку протянула или лежала. Он и подошел, коснулся ее руки, и горячка ушла. Вот здорово, да? Ну, чудо, чудо. В другом месте написано, пришел в дом, и там слепые приступили к нему. И он говорит, верите, что я могу сделать так, что ваши глаза откроются. Они говорят, верим, Господи. И он коснулся их глаз. Смотрите, не только руки, глаз. И они начали видеть. Христос касается глаз, и ты начинаешь видеть. Видеть то, чего ты раньше никогда не видел. Видеть Библию по-другому, свою жизнь видеть по-другому, церковь видеть по-другому, братьев, сестер. Вообще, ты начинаешь на жизнь смотреть по-другому. Вот мы видим, коснулся глаз. Когда Петр отрубил ухо, помните, одному из воинов, что написано? Написано в Луки 22 главе, 50-51 стихом, там написано, и коснулся ухо его и исцелил. Вот его прикосновения, они исцеляющие. Мы можем искать его, чтобы прикоснуться к нему, когда мы находимся в какой-то болезни, когда нам плохо. Ведь болезни есть разные, же душевная какая-то болезнь, да, есть внутренняя какая-то боль. Мы можем кровотечение своего рода, мы можем прикоснуться. Но еще такие интересные моменты, что прикосновение Иисуса было живительным, то есть оно приносило жизнь. Жизнь. Библия говорит там в Луки 7 главе, что в город Наин, Иисус шел в город Наин, и когда Он приближался к городу, траурная процессия похоронила, или несли на кладбище мать единственного сына, умерший. Она сама была вдова, Библия говорит. Много народа шло, и вот Господь увидел, сжалился, и Он подошел, прикоснулся к одру, то есть прикоснулся к тому месту, где лежал мертвый. И мертвого поднял. То есть все остановились, и Он говорит, юноша, тебе говорю, встань, мертвый поднялся, сел, стал говорить, и Иисус отдал его матери. То есть Он даже прикоснулся просто вот к гробу, да, как по-нашему, к гробу прикоснулся, мертвый встал. То есть его прикосновение может оживлять. А иногда ведь бывает такое в жизни, ты вот как будто жизни нет. Ты жил раньше, а потом раз что-то произошло из жизни. Суета одна, да что ж такое. А ты ищи Господа, чтобы ощутить Его, чтобы Он прикоснулся. И когда Он прикоснется, жизнь вернется.
жизнь придет. Вот это тоже очень интересно. Ну и еще одна вещь. Бог хочет, чтобы мы позволили Ему, чтобы Он прикоснулся. Потому что не всегда мы Ему позволяем. Но Бог хочет, чтобы мы позволили Ему. Иногда Он ждет. Он ждет. Он говорит, я хочу к тебе прикоснуться. Я хочу изменить твою жизнь. Я хочу изменить твой взгляд на ту или иную ситуацию. Позволь. И мы должны Ему позволить. И речь, я думаю, что вот то, что я говорю, она в большей степени говорит о духовном. Потому что мы не видим Христа. Он есть, Он посреди нас, Он духом пребывает, но физически мы Его не видим. И нам сложно к Нему прикоснуться. И нам сложно как бы позволить Ему, чтобы Он прикоснулся. Но тем не менее, мы должны делать, мы должны это понимать, и мы должны искать Его. И я хочу сказать, вот с чего начинается прикосновение. Вот когда я хочу прикоснуться к своей жене, с чего начинается все? С чего? Я сижу, и первое, я начинаю о ней думать, размышлять о своей жене. Ну, правда или нет? Кто женатый, кто замужний? Так или нет? Или начинаешь думать, начинаешь размышлять. Первое, с чего начинать, ты еще не прикоснулся, но ты начинаешь размышлять. И чем больше ты размышляешь, чем больше ты думаешь, тем больше тебе хочется, тем ты стремишься. Уже, алло, привет, как дела? Что делаешь? Ужин готов, сейчас скоро приду, все, ты уже, вы понимаете, да, процесс, он именно так начинается. Прикосновение к Богу начинается с размышления о Нем. С чтения Божьего Слова, с познания Бога, с богоискания, размышления, чтение Божьего Слова и молитва, начинать разговаривать. С этого начинается. Дух, Библия говорит, животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, говорит Христос, суть дух и жизнь. Я верю, что прикосновение Божье приходит через Слово. Слово может выйти и коснуться. И очень часто Христос просто говорил, будь здоров от болезни своей. Слово выходило и исцеляло. Вот прикосновение, я верю, оно через Слово, когда мы жаждем Его, когда мы ищем этого Слова. Вновь сделать уклон, чтобы мы полюбили Библию, чтобы мы полюбили общаться о Божьем Слове, разговаривать о Божьем Слове. Вот я знаю, есть один такой человек, вот он будет у нас в гостях, он уже пожилой, с ним невозможно говорить о каких-то других вещах. Иногда кажется, что он как будто помешанный вот на Боге. Такой, знаете, говорит, помешанный. Мы посетили его, приехали к нему домой. И я попытался ему задать вопрос, как живете, как здоровье там, как там вот у вас в Германии, как политическая обстановка, как... А он все время, вот я видел, что ему не нравится это, и он все время... Уводил меня от этого разговора, я говорю, слушай, а как там у вас люди в церкви спасаются, как Христос действует? Я опять попытался его на какие-то бытовые вещи увести, а он опять, ну, раз, и я понял, что ему вообще это бесполезно, и ему не интересно. Ему интересно поговорить о Боге, поразмышлять о Боге. Узнать что-то, он искал, он жил и живет от прикосновения.
прикосновения до прикосновения. И это придает ему жизнь, радость, счастье. Вот я желаю, чтобы мы все с вами искали прикосновение Божие. Желаю всем нам, чтобы и Господь к нам прикасался. Касался нашей жизни, нашей души. Можно ли потрогать Бога? Можно. Можно. Сейчас я хочу показать вам самую важную вещь, без которой вы не сможете никогда пережить Божье прикосновение. Иакова, 4 глава, 8 стих. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Так написано в ваших Библиях. То есть, не приблизишься к Богу, Бог к тебе и не приблизится. Но ты делаешь шаг, и Бог делает шаг. Ты делаешь Богу два шага, и Бог делает навстречу тебе два шага. Ты приближаешься, и Бог приближается. Если ты не приближаешься, и Бог тоже не приближается. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. И дальше, смотрите, там точка с запятой. И апостол Яков, он как бы показывает, через что мы можем приближаться к Богу. Очистите руки, грешники. Исправьте сердца двоедушные, то есть, понимаете, да? Освободитесь от грехов, которые вы делаете своими руками, очистите их. Дальше. Исправьте сердце, наладьте правильный мотив. Зачем вам это, для чего? Исправьте сердце двоедушное, то есть есть такая... Мы сегодня с братьями разговаривали, двоедушное, это как будто у тебя две души, одна такая, одна святая, а другая такая. И вот ты вот прыгаешь от одного к другому, от одного. На работе ты, а дома ты другой. Там среди друзей ты один, а в церкви ты другой. То есть такое двоедушное. И он говорит, исправьте это. Дальше сокрушайте, плачьте. Вам обратиться в плач. Как один брат так сказал, хватит, говорит, ржать. Семьи разрушиваются, а вы, говорит, все ржете. И он был прав. Потому что так бывает, мы все хохочем, все ищем каких-то вот ха-ха-ха развлечений, а жизнь разрушается, жизнь детей разрушается, духовная жизнь разрушается, а нам все... Ха-ха, да хи-хи, нам бы искать, чтобы Бог прикоснулся к нам, прикоснулся к нашей жизни, к нашему браку, к нашей семье, к нашей душе, а мы ха-ха-хи-хи. Поэтому Яков пишет, сокрушайтесь, плачьте, рыдайте, смех ваш да обратится в плач, радость, печаль, смиритесь пред Господом и вознесет вас, оторвет вас от неба, от земли. Оторвет, вы переживете его. Вы его переживете. Поэтому пусть Господь нас благословит. Чтобы прикоснуться к Господу, необходимо к Нему приблизиться. И Библия нас к этому призывает. Приближайтесь к Богу. И мы можем приближаться к Богу, это правда. Через слово, через желание, через молитвы, через общение. Уже сегодня Евгений говорит. Я говорю, Бог может прикасаться даже через... людей, используя людей. Столько раз я переживал в нашей церкви, когда Бог касался меня через людей. И это удивительно. Но это уже отдельный разговор. Наш Создатель, Спаситель наш, сотворил нас для близких взаимоотношений с Ним. Он наш Отец. И Он жаждет прикоснуться к нашему сердцу, к нашему духу. И Он также жаждет нашего прикосновения к Его сердцу, чтобы мы прикоснулись к Его сердцу.
Да благословит нас Господь. Давайте попробуем чуть-чуть прикоснуться к Божьему сердцу.